Добрый день, дамы и господа! Добро пожаловать в студию Интермульт.ком. Меня зовут Сигизмунд Кроликов. Со мной в студии мои коллеги Вениамин Пухин. Ну чё это, Вениня? И Пит Кабанский. Здравствуйте, леди и джентльмен. Это Пит Кабанский, йоу. Мы хотим представить вам первый в мире телевизионный формат, который полностью базируется на... Пит, коллега, как это называется по-научному? User-generated content. А теперь господин Пухин объяснит это, как говорится, на пальцах. Да тема тут очень простая. Зрители канала Music Box и Humor TV шлют нам в редакцию свои SMS и MMS. Мы отбираем из них самые прикольные и превращаем в новости. Это невероятно интересный формат. Позвольте представить вам небольшой пилотный выпуск SMS News. Здравствуйте, дорогие зрители, я Сигизмунд Кроликов. В эфире SMS News, новости, присланные нам, зрителями канала. Начнем с драматического известия, которое представит нам коллега Пит Кабанский. Вот SMS, который прислал мне Вика из города Таганрог. Саша, мне надоели твои выходки, я больше так не могу. Ты реальный козел, больше не звони мне, твоя гитара у Машки. А для меня ты просто умер. Возможно, в следующих выпусках мы узнаем о развитии этой драмы. Кроликов нах, сделай мне одолжение. Ты называешь это драмой? Вот послушай, какую смс-ку я получил от Кости из Ярославля. Пацаны, пикник 20 числа отменяется. Бабос, как всегда, прокинул нас и не купил мяса. На экране вы можете заценить этого самого бабоса, который так жестоко продинамил братву. Та-та-та! Это настоящий драма! Без вопросов. Шекспир в этом случае, несомненно, отдыхает. На этом выпуск SMS News закончен. Увидимся через неделю. Сейчас мы хотели бы предложить вашему вниманию еще несколько возможностей зарабатывать деньги на основе формата SMS News. Ну, прежде всего, классический вариант. Спонсор показа. Примерно так. Спонсор показа – Фанта. Фанта, вливайся! И еще один вариант. Классический product placement. Сегодня в рубрике «Фишка недели» мы поговорим о самом модном сотовом телефоне сезона Nokia 7380. Вениамин, прошу вас. Да по-моему, Nokia 7380 – это вообще не труба. Это просто какой-то адский гламур. Ну и так далее. Эту тему можно развивать глубь и шире. И еще одно направление. Политический product placement. Не секрет, что сегодня многие политики стремятся говорить с молодым электоратом на их языке. Наш формат даст им эту возможность. Сегодня в рубрике «Звезды большой политики» мы поговорим про деньги. Вениамин, прошу вас. Вчера на официальной тусе в Кремле главный Путин России Дмитрий Медведев закарифанился со всеми крупными бизнесменами и сообщил им, что российское правительство не собирается наезжать на правильных капиталистов, а как раз наоборот, намеревается предоставить им еще больше возможностей поднимать реальные бабосы. И еще один пример возможного рекламного модуля. Product placement для music producer и представителей клубной индустрии. В этой рубрике музыкальные продюсеры смогут правильно позиционировать своих звезд в сознании целевой аудитории. Ну, раз мы уже заговорили о звездах, стоит, пожалуй, упомянуть об изюминке проекта SMS News. Через несколько месяцев трансляции SMS News я, Пит Кабанский, and my friend, Вениамин Пухин и Сигизмунд Кроликов превратимся в really big fucking star и сможем намутить немерено бабла на продаже сотового контента с нашим участием. Например, вот так. Ну чё,
трехмерная братва представляет Новый год в космосе. Слышишь, Баклан, вынимай мобилу и качай себе наши новогодние рютуны, засылая смс с кодом на номер своей страны. Слышишь, Дед Мороз, отстань мне звоночек. Для рютуна шли смс с кодом F60, для видео V60. Это звонит обкуренный кабан. Шли смс F61 или V61. Брательник, Новый год отменяется. Шли смс F62 или V62. СМС отправляйте на номера 81718 в Германии, 5151 в Израиле. Спасибо за внимание, дамы и господа. Мы будем очень рады, если вы примете участие в создании нашего революционного формата, в создании формата будущего. До свидания, до встречи.